Приветствую вас, братья и сестры, мир вам и Божие благословение. Мы последние три выпуска говорили о молитвословиях и песнопениях канона Евхаристии. Это был цикл песнопений знаменного распева, древнего, одноголосного, монодийного, говоря музыкальным языком, моно, один, то есть одноголосный. Теперь поговорим о второй традиции, о иной, о сочинениях наших композиторов, написанных в духе, стиле и традициях древних распевов. Мы также разделим условно на три части. Первая часть с возгласами «Милость мира, жертву хваления», вторая часть «Свят, свят Господь Саваоф», и, наверное, завершим его возгласами «Аминь». И третья часть «Тебе поем, тебе благословим». Я предлагаю послушать и посмотреть песнопения, написанные Виктором Сергеевичем Калинниковым. Это фрагмент отдельный, два номера из его литургии для мужского хора, написанные в 1917-1918 году. Все-таки Виктор Сергеевич верил в то, что, несмотря на то, что в Москве идут бои, на улицах баррикады, пушечная стрельба, разогнан синодальный хор, распущено училище музыкальное, детское, и казалось, все в преддверии близкой катастрофы государственной, все-таки он верил в то, что Россия воскреснет, и писал. Эта литургия потом в рукописях была мной найдена, нами записана, и в юбилейный для нашего хора год, в 2007 год, когда хору исполнилось 20 лет, мы на концерте этот цикл песнопений исполнили. И потом по материалам этого концерта сделали небольшой фильм. Предлагаю сегодня послушать первую часть. Возглас произносит солист Большого театра, возглас протодиакона Станем Добре, произносит солист Большого театра Александр Короткий. Итак, первая часть канона Евхаристии «Милость мира». Прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. Станем добре, станем со страхом. Помним святое возношение в мире приносите. Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами.
Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.